Так, ситуация такая. Уважаемые работяги, вы видите сейчас на экранах своих, увидите, 3, 2, 1, вы видите статистику по смайлам, которые сейчас, в принципе, мониторятся всем твичом. На данный момент мы имеем смайл Капа на первом месте со счетом 400 практически миллионов, 540 тысяч, блять, 346, ну и так далее. Пиздец. Смайл Смарча находится где? На 73 миллиона. Я, конечно, не эксперт, мне кажется, вы столько не выжмете, но вдруг на моем канале, я не знаю, будет ли работать регистрация, я сейчас открою нахуй чат. Нужно, чтобы один человек по одному сморчу точно скинул, тогда засчитает, возможно. Я просто не уверен. Нет, нам можно победить. Мы победим, блядь, 100%. Мы победим эту хуйню. Нужно просто армию увеличивать раз в 5, блядь. Если не в 10. Ну вот, сморчи, кстати, начали считаться даже с сапчатом, лол. Короче, нужно сморча выводить в топ. Поехали, я открываю чат, погнали нахуй. Сейчас посмотрю, что будет. Регистрирую сморчей. Но оно зависло нахуй. О! Пизда рулю. Это только с нашего канала. Пацаны, фиксируй. Никто этим не занимался никогда в жизни. Ебать, ультрабунт скорость нахуй, пиздец. А знаете что? Легчайшее, просто легчайшее. Я не знаю, кто-нибудь заебется, наверное, кидать эти сморчей, но у меня чат лично виснет. Я думаю, дансгама мы легко сделаем. Фиксируйте. Надо куда-то вывести эту хуйню, чтобы работало, блять. Это... Но я, правда, не знаю, как контакт. Тогда я буду общаться только с донатерами. Чат будет открыт так, чтобы вы срали в нем. Я сейчас даже выведу отдельно топ этого сморча, но мы сегодня его разъебем, бля, буду. Просто впервые в истории Твича, нахуй. Будет ультрабунт, нахуй. О, охуительно, слушайте. Это посмотрите, как вы ебете просто, я не знаю. 73 миллиона. Бля, вам очень долго надо ебашить. Надо армию пополнять, чуваки, надо армию пополнять сегодня. Бля, я уверен, что новости какие-то попрут, если мы с вами разъебем. Нам нужно, чтобы вы подговаривали кого-то тоже делать, иначе это очень сложно. Но хотя бы на какое-то место... Ну там просто 400 миллионов, это же вообще ебанешься. Это же надо, наверное, месяц сидеть дрочить вот так. Пацаны, чуть-чуть осталось, чуть-чуть, надо поднажать сморчами, давайте, похуй, давайте, погнали нахуй. Поднажмем, сейчас мы ебанем, это будет наша микропобеда. Давайте, дожмем, похуй. Так, что там вообще, 400 кусков осталось. Так, 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 сморч, давай, обгоняй, ну. Но что-то Dance Game тоже нихуево так летит, я так понимаю. Представляете, мы топ одним каналом двигаем сейчас. Зеленая армия, блядь, давай нажми. Пацаны, готовьтесь заряжать, сейчас, блядь, радоваться будем, пиздец, ну-ка. 76 лямзиков. Кстати, вы в курсе, что Капа Прайд мы скоро обгоним? Ха-ха. А там и Forza NT, если чё. 76 лямов, пацаны. 76. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось, мать вашу. Пам-п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 ам. Так, и... 200 тысяч. 200. Отлично. 30 кусков осталось. Блять, пиздец, как же ебашим жестко, твою мать. И... Да. Да, пацаны, мы это сделали, блядь. Еще и бас бустит, блядь. Победная, а? Смотри. Да, сука, мы разъебали. Теперь страницу можно обновить, кстати. Где, блядь, наш смайлик? Ха! Мы разъебали два смайла. Мы Дансгамма и Капу Прайд обогнали разом. Просто забейте. Мы разъебали два смайла только что по топу, если чё. Там Форзен, там Вудфейс тоже вообще легко сделать. То есть 13 место. Крейгазм тоже 4 лямзика. Вот уже сердечко, это вот уже жестко его обгонять. Но он не используется вообще нигде. Он просто стоит на месте, за ним не надо бежать. Мировой топ поправить одним каналом? Жесть, блядь. Мы сейчас еще и с запасом на год, блядь, сделаем, мне кажется. Так, короче, 100 тысяч осталось, 170, ну, короче, да, все, там где-то сколько-то, 180, похуй, осталось тысяч до того, как мы выдвигаем сморчи на 15 место. Можно было бы вообще какие-то ебанутые смайлы выдвигать, которые не популярны, но так как у нас канал ебанутый, мой конкретно, надо выдвигать сморчи. Давайте поднажмем, короче. Я просто хочу доказать, что мы русские, как бы, не просто можем орать слово на букву П, но и можем что-то делать. Так, чуть-чуть осталось. Внимание, чуть-чуть, чуть-чуть, совсем капельку. Так, внимание, внимание. И обгон, обгон, мы обогнали. Поздравляю, мы обогнали Форзана, блядь, только что. Обновляю страницу. Мы только что обогнали Форзана по популярным смайликам. Поздравляю! Капа слэш-слэш теперь. А, нет, не надо капа слэш-слэш, не надо капу кидать. Мы не догоним капу тогда, бля. Просто можно слэш-слэш. И я чувствую, вот фейс сейчас мы тоже разъебем вообще на изичах.
абсолютно еще. 13 место, бля. Это, короче, что-то по типу пиксель батла, только со спамом. Никогда не думал, что мы сможем сдвигать топы, блядь, ебанетесь просто. Надо еще стримеров подключить и просто топ перевернуть. Чтоб Twitch такой, типа, написал, алло, охуеть, что это хуйня? Как спасти стримеров от бунта? Никто же такого, ну, не продумывал, что будут срать везде. Ёбать, мы сделали это, алло, мы это сделали, прием, я обновляю страницу, так, и Сморч занимает 13 место, Крейгазм, если мы обгоним все, охуеть. StatStreamElements.com, надо посмотреть, что там как у нас по боссу, я просто охуевший, вы типа его вообще на 8 слот вывели, ебанетесь, блять. Слушайте, ну сегодня, мне кажется, за стрим мы сегодня выжмем, по крайней мере, Гамину Капу. Кто это вообще? Я ебал, это кто? Я вообще его не видел, он как может быть вообще популярный какой-то? Как он тут сидит? Вот так нормально. Я не знаю, что это за смайлик, вот этот вот, первый. Вы его видели когда-нибудь? Я его вообще не видел. Им кто-то пользуется у нас в СНГ? Он никто им не пользуется, что за дерьмо? Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Вовочка, это пиздец, чекай 85 места, оно летит як Рокита. Ебать! Чё? Чё за хуйня? Абэмэн. Так, пацаны, всеобщая мобилизация, прием. Надо срать везде. Почему-то это сердечко летит так, как будто я хуй пойми, что это, блядь. Как будто там какой-то стример, блядь, сидит. А наш Сморч как летит? Сука, конкуренция, блядь, ёбаная. Сморч, конечно, попизже летит, я вам честно скажу, но... Но что-то жестко очень. Что там происходит вообще с чатом? Я боюсь просто представить, что это сердечко летит, потому что, блядь, там сидит 10 человек, блядь, и они хуярят все вместе. Ибо, блядь, нас очень много, нам нужно где-то распределиться. Перейдите на свои каналы и там сморчей кидайте тоже, на второй, там кидайте, не тут. Или где-нибудь на другом канале друг друга нажмите и там срите. Короче, пиздец, надо увеличивать, а то... Я просто уверен, что там 120 человек просто ебашит. Ибо Twitch просто не прогружает остальные, блядь. Наши смайлы, ибо нас тут сидит сколько, 19 тысяч человек, блядь, и мы тут все срём, и Twitch виснет просто, ну, мой канал конкретно. Во! Ускорились, пацаны! Молодцы, шарите, блядь, как надо делать. Охуенно. Полетело просто, ракета, ебать. О, еще больше, еще быстрее полетело. Все, надо было просто скоординировать сейчас. Бля, ну мы ускорились, мы очень сильно ускорились, честно скажу. Я чувствую, сегодня мы займем 7 место. Но Фохеда догнать это очень жестко. После меня, правда, за ночь, мне кажется, обгонит сердечко. Много позиций. Мы не должны проебывать. Мы должны, чтобы я проснулся на Фохеда уже, блядь, там, я не знаю, обогнали Фохеда, например. Давайте, пацаны, начинаем прямо сейчас. Ты сдохнуть. Надо ты что, ловить стримеров, звать друзей, срать везде. Победа, что? Мы разъебали? Ебать, красавцы, стоп. Теперь Road to что? Road to, come on, bro. Легчайшее, пацаны. Я вижу, вы не почувствовали на самом деле. Сморч, 7 место, прием. Сморч занял 7 место с 8. Блять, это я похлопаю. Красавцы. Труза, Гнисан, Скайлайн, Дож. Полево мои, шо? Полево. Дайте я обновлю страницу, потому что... Лол, погодите, а мы что сделали, сколько? Я просто смотрю сейчас параллельно. Лол, дальше неподъемный фохэд, прием. Дальше идет неподъемный фохэд. 254 мульта. Сайт не работает, прием, как слышно. В топ-6, алло, мы в топ-6, ку-ку. Мы в топ-6, прием, Карл. Ебанетесь, блядь. Эй, эй, эй. Talk reckless, hate my ass.